Ими гордится Белгородская область и вся страна. Сегодня в региональном доме правительства губернатор Евгений Савченко вручил государственные и областные награды 48 белгородцам. В почетном списке труженики ведущих предприятий, деятели культуры, заслуженные тренеры, талантливые руководители и законотворцы. За добросовестную многолетнюю работу медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени удостоен Анатолий Гополов, начальник управления культуры Чернянского района. Почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено Юрию Белогурову, начальнику Центральной диагностической лаборатории «Белгородэнерго». А благодарность президента Российской Федерации получил многотысячный коллектив предприятия «Акмаруда» за вклад в развитие горнодобывающей промышленности, почетной грамотой и благодарственности Совета Федерации за вклад в совершенствование законодательства и к 25-летию Белгородской областной думы вручены 11 действующим и бывшим законотворцам. Региональных наград удостоено еще 26 земляков. Высший областной знак отличия – коллекцию медалей «Прохоровское поле», «Третье ратное поле России», «Третьей степени» губернатор вручил Риме Фроловой, тренеру по художественной гимнастике, воспитывавшей не одно поколение спортсменок. Именно благодаря ей этот вид спорта получил в нашей области широкое развитие. Медали за заслуги перед землей Белгородской первой и второй степени – удостоены наши коллеги Виталий Стариков и Алексей Зимин. Гордимся. Виталий Стариков – народный артист России, журналист, педагог, человек-легенда. Его лицо и голос стали брендом не только нашего телеканала, но и всей региональной журналистики. Я хотел бы сказать спасибо нашему зрителю, то есть всем вам. Театральное искусство, оно созидается не только актерами, режиссерами, оно делается с вами, со зрителями. Мы все вместе создаем спектакль, создаем вот это вот великое таинство добра, которого, к сожалению, не хватает нам в жизни. А для такого зрителя, как наш, белгородский зритель, для такого творческого соработника, хочется отдавать всего себя. Спасибо. Старший телеоператор «Мира Белогорья» Алексей Зимин удостоен медали за заслуги перед землей Белгородской второй степени. Человек, сумевший стать не просто творцом картинки, а соавтором смыслов и символов. Его мастерство в сотворчестве с автором и ведущей Светланой Немыкиной подарило Белгородской области две высшие телевизионные награды «ТЭФИ Регион». Еще раз хочу сердечно поздравить всех награжденных заслуженными наградами, чтобы та энергия, вдохновение, которое у вас есть, она пронизывала все пространство Белгородщины, заряжала всех на добрых делах, и чтобы каждый житель Белгородской области был нам чтим, был нам всем дорог, и всем мы желаем добра, здоровья и процветания.